Я немного боюсь. Нет, я тоже. Только боюсь, я это признаю. Какое счастье, что вас двое. Но в нашей истории уже появились действующие лица. Вот этот странный усач, официант из комедии Франции. А, красивейший, с огромным бюстом. А железнодорожник на станции. Смотри-ка. Ты чего же был маленький, хотел что-то отвезти за ручку, покормить пирожными. А помните, он никак мог перечислить нам станции, на которых нельзя пересаживаться, чтобы, не дай бог, не перепутали и пересели там, где нам надо пересесть. Маленький Гаика, вот ну что нам принес счастье? А другой этот ужасный грубиян Гарка, этот контролер. А, этот болван, да. Который не хотел понять, что имея на руках один билет третьего класса до Авиньона и один билет третьего класса до Перпиньяна, мы хотим доплатить за два билета второго класса до Марселя. Забей его! Чего же он был такой мерзкий? Это наш мерзкий предатель. Увидишь, будут еще другие, что в день истории всегда писал предатель. Но от него я отказываюсь. Я его прогоняю. Скажи ему, что я его прогнала. Ну, мы не можем уже прогонять кого бы то ни было. А нельзя ли сохранить в своих воспоминаниях о первом дне только ту большую собаку? Девочку и цыганок, которые танцевали вечером на площади, на ходу. Это было бы слишком прекрасно.